Прошу вас дать разрешение. Разрешаю. Предоставляю слово Алмасадам Майдановичу, министру энергетики Казахстана. Уважаемый Касамжомарт Кемелевич, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Шавхат Мирамонович. Мы находимся на компрессорной станции МАКАТ от Атырауской области в Республике Казахстан. Для осуществления транзита российского газа в Республику Узбекистан в Казахстане проведена огромная работа, связанная с ремонтом сетей магистральных газопроводов. Выполнен комплекс мероприятий для подготовки комбинированного выделенного маршрута по системе Средняя Азия-Центр. Помимо увеличения энергобезопасности региона, это даст возможность Республике Казахстан использовать транзитный потенциал в интересах народов всех наших государств. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы готовы начать прием российского природного газа в газотранспортную систему республики для транзита в Узбекистан. Прошу дать разрешение. Разрешаю. У нас на связи компрессорная станция Александров-Гай, которая находится на границе России и Казахстана. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Разрешаю.